Давным-давно все началось с одного звонка. Назови свой любимый фильм ужасов. Вопрос к годовщине резни Вудсборо. Назовите любимый фильм ужасов. Назови свой любимый фильм ужасов. Новое поколение. Трагедия одного поколения, посмешище для следующего. Твой любимый фильм ужасов. Я тебя видел. Вот-вот столкнется. Эта неделя отмечена годовщиной печально известных убийств Вудсборо. Именно сейчас одна из выживших, местная знаменитость Сидни Прескотт, решила вернуться в родной город. С призраками с прошлого. Добро пожаловать домой, Сидни. Посмотри анонс грядущих событий. Чего хотел? Кто это? Изображает призрака. Я стою в гардеробе. Обманщик. Осторожно! Мастер ужасов Уэс Крейвен представляет. Дьюи, что происходит? Закрытая информация. Все давно уже в интернете. Че, правда? Твой любимый фильм ужасов? На свободе маньяк, выстраивающий убийство по схеме первого фильма. Пора кому-нибудь еще умереть. Кто-то изобретает игру по-новому. Новый стандарт неожиданности, и теперь можно убивать девственниц. То есть я не проживу дольше их? Однозначно. Кто-то воссоздает ужас. Чтобы добавить новизны, маньяк должен снимать убийство. Гейл! Гейл, сзади! Ну давай, если силёнок хватит. Сколько догадок. Кто-то переписывает правила. Он не убьет Сидни, она королева жертв. Неправда. Ее можно пускать в расход. Вообще-то да. Мочим главных героев в третьем акте. Помолимся, чтобы показали сиськи. И последний вопрос. Назови ремейк революционного. Хэллоуин, техасская резня, рассвет мертвецов. У холмов есть глаза, ужас Эмитивилля, черное Рождество, музей восковых фигур. Один из них, да? Ни разу не попало. Сейчас приду. Черт, в ужасах нельзя такое говорить. Крик 4. Перкинс. Видел бы ты сейчас свою рожу. Народ! Есть тут кто? Кто-нибудь? Будете носом клевать, мы вас выставим. Простите. Вчера снова видел кошмар. Я не отличаю сон от реальности. Может, есть еще кто-то, с кем такое происходит? Каждый раз в моих снах приходит этот мужчина. Это ведь его след. Фредди. Господи, я тоже его видела. Кто? Вы такой? Помнишь меня? От продюсера Майкла Бэя. Ты, я, Дин, Джесси, Крис. В наших снах поселилось зло. Надо бороться. Но как? Не спать, любой ценой. Я уже 3 дня не сплю. Время на исходе. Через 70 часов начинаешь засыпать непроизвольно. Ты спишь, сам того не желая. Даже наяву. 30 апреля. О, Господи. Нет. Здесь только я. Начнется новый кошмар. Когда это прекратится? Чего он от нас хочет? Ну чего ты орешь? Я тебя еще пальцем не трону. Я хочу проснуться! Кошмар на улице Вязов. Сейчас сделаю укольчик, и ты сразу заснешь. Нет, нет, нет! Совсем не больно. Нет! Никогда не спите. Не плачь, не плачь.
Баю, баюшки, баю, не ложися на краю. Придет серенький волчок и утащит за бачок. Зачем это вам? Я еще ни разу не заботилась о девочке. Вы все умрете. У каждой легенды. Посмотри, что ты наделал. Есть начало. У нас могут быть неприятности. Если будем держаться вместе, мы справимся с чем угодно. Семья — это главное. Осторожно! Ребята, вы живы? Куда вы нас везете? Сэр, куда вы нас везете? Амос! Где мы? Фильм продюсера Майкла Бэя. Где мы? Иди сюда! Бежим! На помощь! В этом году... Прячься! Вы увидите рождение кошмара. Никто не узнает, о чем мы сегодня говорили, но клянусь, все запомнят, что мы сегодня сделали. Техасская резня бензопилой. Начало. Что именно вы видели? Что-то преследовало нас. В этом городе случилась ужасающая трагедия. Власти называют ее резнёй Дня Святого Валентина. В спокойном городке стало происходить... Лу! Страшное. Куда иди, тебе надо на это глянуть! Что это? В январе. Беги! Будьте готовы увидеть... Чего тебе? Самый страшный фильм, снятый в 3D, что когда-либо появлялся на экранах. Кровавый Валентин 3D. Отличный фильм для влюбленных. Настоящая поездка в ад. Ты цел? Простите меня, ребята. Колючую проволоку привязали к дереву. Это нарочно. Горные люди. Продолжение легенды. Исчезновение туристов. Мы заблудились, нам нужен телефон.
дорогая. Малыш, я серьезно, это не смешно. Проверка, раз, два, три. Запись. Мы расследуем дело пациента, который в Хэллоуин 1978 года убил 4 подростков. Даже собственный психотерапевт пытался его застрелить. Убийцу арестовали. И последние 40 лет он провел под стражей. Привет, Майкл. У меня для тебя кое-что есть. В моей семье на Хэллоуин у всех просто крышу срывает. Еще бы, ты же внучка той самой Лори Строуд. Ее тогда чуть не грохнули. Так вроде бы ее брат убил всех тех девушек. Нет, не было такого. Чего только люди не придумают. Знаешь, а я каждый день молюсь, чтобы он сбежал. Что ты натворила? Зачем? Чтобы его прикончить. Папа, осторожно! Авария. Мам, ты о чем? Майкл сбежал. Простите, здесь занято. Есть кто? Помогите! Кто-нибудь! Он ждал эту ночь. Ждал меня. Пусть приходит. Бегите домой, заприте дверь! Вы не верите в призраков? Нет. Он здесь! Майкл! А зря. Можешь закрыть шкаф? Хэллоуин. Ехать, наверное. Давайте где-нибудь ночуем. Мы уже почти пили. 6 друзей заблудились. Где это чертово место? Его нет даже в GPS. Месте не обозначено ни на одной карте. Я есть тут то. Не думаю, что мы кого-то найдем. Эй, а вот и дом восковых фигур. Действительно воск. Настоящий. Ты ведь не будешь тут искать? Посмотри, какая точность во всем. Жуткое место какое-то. Я что-то слышала. Что ты собираешься со мной делать? Давай, Карли, беги! Все тела покрыты воском. Абсолютно. Но есть причина. Такой невероятной реалистичности.
Дом восковых фигур. На экранах с 28 июля. Надеюсь, девочки, мы смогли подготовить вас к жизни в этом мире. У нас проблема. Что такое? Гэри изменил мне. Один раз не в счет, но это продолжится. Его нужно проучить. Все в порядке? Конечно, милая. Что с тобой, милая? Боже, шутка! Слушайте, у нее типа конвульсий. Что ты с ней сделал? Которые они не скоро забудут. Она в самом деле умирает. Черт, это я виноват. Так, все будет в порядке. Что происходит? Я ничего не вижу. Ты умерла или нет? У нас труп. В одеяло его завернуть или на куски порубить? Всем разойтись. Ищем камни со сколами, чтобы разрубить тело. И сколько это будет продолжаться? Что ты наделал? Она же мертвая! Боже! Дайна! Меган мертва, и мы все виноваты в этом. Что теперь делать? Кажется, я знаю. О которой все молчат. Мы не должны портить себе жизнь. Если расскажем одну и ту же легенду, никто не узнает. Поздравляем выпускников! В этот радостный день одна из нас по-прежнему считается пропавшей. Меган, мы любим и помним тебя. Господи! Это ответная шутка. Должно быть объяснение. Кто здесь? Меган восстала из мертвых, чтобы убить нас. Вечная дружба. Меган? Она была в балахоне с капюшоном. В таких балахонах проходит обряд выпускники. И смерть. Это не Меган. Ее труп гниет в шахте. Ты следующая. Мы все заслужили это. Резня на Греческой улице. Думаешь, я боюсь тебя? Да у меня здесь 50 тупых блондинок. Скоро на экранах. А вы знаете, что здесь мальчик утонул? Это был мой сын. И сегодня у него день рождения. О, да, детка. Вы не поверите, когда увидите наш домик. Вот мы и дома, здорово, а? Ух ты! Ты готова? Давай, вперед! Без вести. Вы не видели Уитни? Извините, я не местный. Я ищу свою сестру, она пропала. Вы ее не видели? Не пропала. Она мертва. Тех, кто у нас пропал, уже нет в живых. Там что-то есть. Нужно выбраться отсюда. Пошли, ребята. О, Господи. Это место называется Хрустальное озеро. Джейсон. Уйди отсюда! Эй, Чуй, ты здесь? Полиция, открывай! Помогите! Вот этот тип, который всех убивает! Что ты делаешь, мама? О, Господи! Помогите! Джейсон! Помогите! Пятница.
пятница 13-е. Его звали Джейсон, и сегодня у него день рождения. Скоро на экранах. С 1945 по 92 год правительство США провело 331 ядерное испытание в пустыне Нью-Мексико. Радиоактивные осадки привели к мутации всех живых существ на площади в 3500 квадратных километров. июля 2005 года, пустыня Нью-Мексико. Можете представить, каково здесь было первопроходцам? Они не знали, где они. Да, могу, совсем как мы. Эй, вставай. Отвали. Напомни, почему нельзя было на самолете полететь? Новые лица здесь ты часто увидишь. Куда направляетесь? Сан-Диего. Счастливого пути. Связи так и нет? Нет, глухо. В следующем году поеду в Канкун. Здесь среди холмов живут какие-то люди. Есть кто? Алло, друг! Эй! Что вам надо? Что происходит? Помогите! У холмов есть глаза. Счастлив тот, кто умрет первым.